физкультурно-оздоровительном комплексе «Родина» состоялись соревнования по пятиборью. В мероприятии приняли участие спортсмены из клуба для людей с ограниченными возможностями «Благо». Помериться силой и выносливостью пришли химчане разных возрастов и категорий заболеваний. Вообще в «Благо» уже 15 лет с самого начала. И здесь старейший из них, из всех. Мне уже 76. Вот. И поддерживаю здоровье только благодаря «Благо». Я считаю, что это здоровье. Это здоровье, здоровый образ жизни, это интерес. На соревнования ездим. Так что, а что еще можно? Физкультурно-спортивный клуб «Благо» регулярно проводит соревнования и спартакиады. По мнению организаторов, благодаря участию в таких мероприятиях у людей растет уверенность в собственных силах и появляются новые стимулы. Ну, во-первых, они здесь общаются, это все, это точно. Они все перезнакомились, они все подружились. У нас очень дружные коллективы выезжают на всякие соревнования. Они придумывают сами свои лозунги на соревнованиях, песни поют. То есть довольно-таки так дружная компания. Это практически второй дом. Вступить в ряды участников клуба «Благо» может любой житель Химок, у которого есть медицинские показания. Сейчас занятия на бесплатной основе посещают около 190 человек. В расписании гимнастика, шахматы, плавание в бассейне и другие дисциплины.